Добрый день, дорогие мои гости канала и мои дорогие любимые подписчики. Ну, друзья, начну я свой видеообзор, ну, наверное, с рассады. Вот эта вся рассада, которая вот у меня стояла на окне, я ее вынесла при бане, потому что на окнах жара. Это у меня вот такие уже баклажанчики стоят. Вот они, баклажаны мои, а это уже перцы. Отсвечивает, да? Вот это перчики. Вынесла я их сюда, здесь а попрохладнее, на подоконнике им очень жарко, потому что отопление, хоть я батареи накрыла, у нас на улице температура 22-23 градуса. Сегодня прошел дождь, вы даже не представляете, какой стоит запах на улице. Начинают распускаться вишни, яблони, береза уже листики свои распускает потихонечку. В общем, красота стоит и запах неимоверный. Вчера я сделала пикировку капусты. Сейчас я вам покажу. Вчера занималась пикированием капусты. Здесь у меня капуста июньская и капуста у меня мегатон. Вот она у меня вся вот такая стоит. И сейчас я вам покажу, которые томаты у меня. Я просто сейчас включила в бане свет, чтобы снять видео. А в темном месте и в прохладном месте у меня стоят томаты. Вот это вот томатное изобилие стоит у меня в холодном месте. Я их в воскресенье не стала подкармливать, подпушила, слегка увлажнила и выставила сюда в холодное место, для того, чтобы они немножко приостановились в росте. Потому что я смотрела погоду на май, но она, конечно же, нас не радует. Допустим, если днем у нас температура получается где-то 24 градуса, в среду вообще обещают 28, но ночи-то холодные. Ночь температура 3, 4, 5 градусов всего лишь тепла. На закалку на улицу тоже выносить смысла нету, они под солнцем начнут еще больше расти. В общем, я решила неделю здесь их передержать до субботы. Потом я их выставлю на улицу. Я там посмотрела уже вроде бы ночи как бы потеплее. Я обязательно их выставлю на улицу. Теперь обзор, что я уже посеяла в открытый грунт. Ну, естественно, вот это изобилие цветов. Мы уже посеяли в открытый грунт, потому что как бы для цветов это уже нормальная погода. Также я посеяла в открытый грунт красный салатный лук. Сеяли еще мы редис, еще одну грядку, ред черри, потом Сакса РС, ну это французский завтрак, это она мне очень нравится. Досеяли остатки мечта Алисы и розовый красный с белым хвостиком, ой, кончиком. Помните, я показывала видео, когда мы, наверное, уже дней 10 прошло, мы снимали, как мы сеяли, вот допустим, лук, редис. В общем, начались потом заморозки. И в итоге что получилось? Ну, я стала переживать, думала, все, редиска замерзла, все это замерзло. Но вчера я уже подошла к грядке, посмотрела. Нет, редиска начала потихоньку проклевываться. Посеяла я еще свеклу. Два гибрида вот. Я вам их показывала. И посеяла морковь флаки. Еще посадила рук крепку Штутгартен Ризен севок. И посадила еще чеснок. А вчера я занималась посевами. Посеяла арбуз малыш. Кстати, очень вкусный арбуз. Растет прекрасно. Кожура очень тонкая. Мы выращиваем каждый год арбузы. И нам очень нравится. Вырастают и созревают, они успевают созревать. Также посадила дыня F1 дачница.
чуть не прошляпила. Оказывается, посев надо было делать уже на рассаду в апреле. Вчера прочитала, и давай бегом все это делать. И посадила дыня алтайская. Когда уже она взойдет, ну, я вам покажу, но она стоит все в этом. Посадила кабачок, ролик. Посадила мало, всего лишь 6 кустиков. Так как у нас кабачки, они растут очень много, и мы не успеваем их перерабатывать. Так, сегодня я посеяла изумрудные сережки. Это уже для открытого грунта на рассаду. Также я посеяла... О, директор. F1. Кони. Потом гирлянду. Тоже F1. И посеяла бинго. Занималась, в общем, посевами 2 дня. В общем, друзья... огурцы я сею в 2, а иногда и в 3 этапа. Извиняюсь. Следующий посев у меня будет, наверное, в конце мая. Уже они у меня пойдут для засолки, для консервации. Я буду высаживать рассаду. Ну и редис, конечно, тоже я сею в открытый грунт несколько этапов. Потому что мы редис очень любим. Ну и там и сын, и муж на работу берут. В общем, такие вот дела. Вот это весь мой обзор, друзья. Напишите в комментариях, какие сорта гибриды сеете вы. Что для вас лучше. Вот, допустим, свеклу. Где она у меня? Вот эта вот ронда. Я ее сеяла первый раз, я не знаю, что это за свекла, мне ее нахвалили. До этого я садила и цыганку. Мне больше цыганка нравилась, но мне не нравится, что она не хранится. Вот такие поделки у меня были, вот такие вот посевы. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вам желаю всего самого хорошего. В субботу у меня будет... видеообзор сюрприз. Мы кое-что решили прикупить. Конечно же, я вам обязательно это покажу. Это очень интересно. В общем, друзья, всего вам доброго. С вами был канал Сад-Огород с любовью. До свидания.